Во всех уголках Одинцовского района в рамках акции «Салют Победе» регулярно проходят концерты, митинги, акции, различные мероприятия, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Это проект главы Одинцовского района Андрея Робертовича Иванова. Он стартовал 3 года тому назад. И я хочу вас всех поприветствовать от имени главы района Андрея Робертовича на открытие 2-й части этой эстафеты «Салют Победы». На время летних каникул акция «Салют Победы» приостановилась, ведь главные ее участники – школьники. Продолжилась она в Успенском поселении. Мероприятие посетили десятки местных жителей. Самые почетные гости – жители блокадного Ленинграда. Нас горстка лишь и осталось, кто 900 дней в голоде и пожаре 900 одолел смертей. Понимаете, только горстка на всю большую страну познала непознанную никаким народом войну. Когда матери умирали, чтобы спасти детей, из уст своих отрывали хлеб святых святей. Мы спотыкались о мертвых, застывших на снегу. Я все, как сегодня, помню, а передать не могу. Школьники, в свою очередь, тоже подготовились к мероприятию. Холодно. Холодно очень. Вставлена вместо стекла воронка. Вместо соседнего дома воронка. Мама все нет от чего-то. Еле живая ушла на работу. Есть очень хочется. Холодно. Страшно. Эстафета «Салют Победе» – это еще одна возможность напомнить жителям Одинцовского района о великом подвиге, который совершили советские солдаты ради сегодняшнего мирного неба над головой. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».